Мулгор. Таурены обрели новый дом для своих племен и стал Истад Кодо среди зеленых лугов и плато Мулгора. С тех пор они глубоко признательны Орде за спасение и помощь. Звери не лгут. Так, ага, тут не фиксированное время, хорошо. Должно быть, это и есть Мулгор. Прекрасная земля. Я никогда не встречал тауренов, но об их силе и храбрости ходят легенды. Вот сейчас и встретишь. Наши пути пересеклись. Кто ты, чужеземец? Что привело тебя в наши края? Я посланник Трала, вождя Орды. Его народу угрожает опасность, и ему нужна помощь старых союзников. Я ищу таурена по имени Керн. Ты его знаешь? Я и есть Керн, но я никому не смогу помочь. Возвращайся к вождю и передай ему, что я умер, ибо сердце мое мертво. Кентавры напали на нашу деревню и захватили в плен Бейна, единственного сына вождя. Обычно пленники кентавров долго не живут. Эти дикари поедают их. Мы обыскали всю округу в надежде, что Бейн все еще жив, но не нашли и следа. Бедняга Керн замкнулся в себе, а без его мудрости и опыта нам ни за что не справиться с кентаврами. Сможешь узнать хоть что-нибудь о судьбе его сына? Вдруг это вернет нашего вождя к жизни? Найди воина по имени Бован, тотем ветра. Он поможет тебе в поисках. Окей. Так, это что у меня? Вот это у меня есть. Окей. Я забыл уже. Так, что я могу тут поделать еще? Ничего, наверное, да? У тебя еще квесты есть дополнительные. Я взял след. Ты так долго разговариваешь постоянно. Беда никогда не приходит одна. Пока Керн оплакивает сына, наши враги поднимают голову. Злобные гарпии из когтистых гор повадились нападать на стада наших кодо. Без мяса и шкур наше племя обречено на гибель. А эти чудовища убивают кодо и бросают их туши гнить на солнце. Кто-то должен выследить этих крылатых ведьм и остановить их раз и навсегда. Сделаем. Я всегда один. Погнали, погнали. Меня ведет инстинкт. Наши пути пересеклись. Иглогривы, свинобразы, как вас там пофиг. До сих пор не знаю, в чем разница. Учуял. Я взял след. Останки Кодо. Не похоже, чтобы гарпии убивали ради пропитания. Пора покончить с этим. Да. Хотя бы вы не те, которые усыпляют. Ну ничего, я думаю, с теми мы тоже скоро встретимся. Меня ведет инстинкт. Наши пути пересеклись. А вот и вы. Учу я. Так. Я всегда один. Ладно, а что тут? Сыток зверя. След. Ну да, неплохо так-то. Я всегда один. У кого-то была способность такая, я не помню у кого.
это прикольно. Меня ведет инстинкт. Так, тут... А, нет, все. Сюда. Учуял. Да вы охренели. Наши пути пересеклись. Так, сюда, значит, теперь. Я взял след. Я всегда один. Наши пути пересеклись. Так, а тут уже разветвление, да? Ну ладно. Учуял. Или нет, тут, походу, просто ничего какое-то маленькое. Меня ведет инстинкт. Учуял. А тут... А, нет. Ну, все равно, тут их не так много. Я всегда один. Я взял след. Меня так, это все оставшиеся вот здесь вот находятся? Наши пути пересеклись. Походу, да. Вот эти, блин, тоже бесят. Высвободили силу. Ага. Я всегда один. Ядра придумано. Ну, давай попробуем. Наши пути пересеклись. Вырвался наружу. О, я думал, что первый сдох. Ну ладно. Очевидно, нет. Ладно, возвращаемся, весь этот долгий путь проходим, потом уже пойдем, значит, кентавров этих валить, Бэйна спасать. Ну да, там будет все поинтереснее. То есть там новые войска у меня будут, с новыми способностями. И все такое будет. Так вот. Там тут уже идти-то, по сути, не так уж и далеко. Мостики такие интересные. Вот, но уже и, в общем-то, почти здесь. В этих зонах мобы, походу, не респаунятся. В таких вот дополнительных. Ой, ты какой медленный. Почему? А, ну да. Мы в долгу перед тобой, воин. Теперь гарпии надолго оставят нас в покое. И все же я боюсь, что без мудрости вождя наше племя все равно обречено. Ну еще. Ведет инстинкт. Сейчас все исправим. Исправим. Учуял. Так, тут сейчас тоже будут. А, тут иглогривы. Свинобразы. Как перли. Я взял след. Ага. И потом уже будем прокачивать только характеристики. Меня ведет инстинкт. Хотел что-то сделать, нет уж. Я всегда один. Наши пути пересеклись. Учуял. Ух ты, какой ты жесткий. Хитро придумано. Нет уж. Наши пути пересеклись.
еще есть. Исцелялки будете ставить тут. Я всегда один. Учу. А сколько вас тут еще? А? Меня ведет инстинкт. Нет, не то. Вот это вот. Давайте так вот сделаем. Так мало. Наши пути пересекают. А, ну у вас это здоровья просто много. Я взял след. Я всегда один. Вот и вы. Инстинкт. Приветствую тебя, брат. Мне сказали, что ты можешь помочь мне найти сына вождя племени Кровавого Копыта. Проводи меня к лагерю кентавров. Может быть, Бэйн еще жив. А почему без озвучки? Как можно настолько криво игру сделать? Это лагерь кентавров. Наверное, Бэйна держит в одной из этих клеток. Но до них еще нужно добраться. У него это фраза из его именно «когда им управляешь». Я видел это во сне. Вот сейчас ты это сказал, почему ты в катсцене этого сказать не мог? Добыча близко. О, какие же вы все... Учу. Как же все это... играем. Ох. Наши пути пересеклись. Просто сделал на такое насрать. Я взял след. Что нужно? Я всегда один. Отдает мне силу. Не бойся, расслабься. Звери не лгут. Так, так. Меня ведет инстинкт. Не. Чуя. Ой, а что я хотел, а что я пытался сделать? А, вот это? Хе, интересно-то как. Ну тут на обратном пути будет жопа, я помню. А, не успел огненный столб свой сделать. А! Нет проблем. Что-то как-то все-таки у меня немного все поумирали. Один чел сдох. Но я же могу воскресить его. Высвободи мою силу. Так. Еще есть? Нет. В смысле нет, есть. Я взял след. Где враги? Коготь и клык! Я всегда один. Знаете-ка вы вот лучше в материальном будете. Что вас никто убить не пытался. Зверь вырвался наружу! Духи окружают меня. Что, по сути... Я готов к охоте. Ваш урон не особо мне важен. Наши пути пересеклись. Офигеть, почему он белым у меня стал теперь? Звери не лгут. Интересно, так как... Идет инстинкт. Что, еще кто-то? Добыча близко. Что нас ждет? Кто-то еще, что ли, там был? Ну что? Что, я могу еще? Нет. Ладно, высвободи странно. Высвободи мою силу. Как-то я не совсем понял, что там произошло. Дворняга! Коготь и клык!
Так, это что, исцеляющий идол? И не надо. Идет инстинкт. И так у меня все хорошо, вроде бы. Я всегда один. Опять баба. Я готов. И ты тоже. Здорово. Учуял. Наши пути пересеклись. Я взял след. Хитро придумали. Да вы чё? Так, есть ещё? Нет, хорошо. Учуял. Тут на обратном пути, конечно, жопа будет. Ох ты, хан. Таз динго. Ну что ж, тогда делаем вепрь. Я готов к охоте. Здорово. Нет проблем. Хитро придумано. Так, ага. Не бойся, Бэйн. Скоро ты снова увидишь своего отца. Фига себе, ребенок размером с вас. Я готов. Добыча близко. Ну что? Что тебя тревожит? Я ответил на твой зов. Все, никого нет? Звери не лгут. Где враги? Так, а ты просто так вот давай. Освободи мою силу. Мне просто вот интересно кое-что. Тут типа обратный путь должен быть таким сложным. А я могу просто вот так вот сделать? Интересно. Меня ведет инстинкт. Таз динго. Нет, не могу. Кольцо защиты плюс 4. Подождите, Бэйн. След. Жажда не замучила? Куда чем идти? Могу быть полезен? Давай-ка ты вот это тоже возьмешь что-нибудь. Что нас ждет? Говори. Жду приказаний. Превосходи мою силу. Я всегда здорово. Нет проблем. Да, вот тут такая жопа постоянно происходит. А, у меня еще и маны нету, ни хрена. Хитро придумано. Здорово. Паршивая дворняга. Наши пути пересеклись. Меня ведет инстинкт. Главное, чтобы не было тех, кто огненный столб делает. Я взялся. В любом вот это она. И она. Добыча близко. Конечно же, да. Да. Ой, я тут бочки не сломал. Наши пути пересеклись. Нет проблем. Да в смысле, откуда вы взялись тут? Ладно. Понял. Ой. Ой-ой-ой. Опять вы из пещер лезете. Конечно же, всегда эти огнепоклонницы вонючие.
Ну так, сейчас у меня несколько сдохнут, мне их надо будет воскресить. Сам он на себя, да? Молодец. А, это ты. Он. Ты такой, который он. Звери не лгут. Тас Динго. Я. Ща, руну еще применим. Наши пути пересеклись. Я взял след. Что нужно? Куда идти? Добыча близко. Все, более-менее здоровье есть. Вырвался наружу. Паршивая дворняга. А, сколько вас тут еще? Это уже надъедает, однообразие какое-то. Меня ведет инстинкт. Нет проблем. Меня ведет инстинкт. Запишу на твой счет. Хитро придумано. Коготь и клык. Так, опять. Тут все пещеры. Что вы можете сделать-то вообще? Эмпатия, типа. Положительные. Не надо. Да ты-то что тут стоишь, ничего не делаешь? Да сколько можно вас там появляться? Враги. Вау. Зверь вырвался наружу. Это все ведь, да? Вроде да. Паршивая дворняга. Наши пути пересеклись. Да, это все. Учуял. Всех умудрился сохранить. Только я тут не сломал домики, да? Ладно, насрать уже. Я взял след. А камень активировал. Ну, конечно, камень поставлен так интересно, что он по-любому активируется, что я не смогу просто сдохнуть и оказаться там. Иначе это было бы слишком просто. Так, так, идем долго. Почему вот нельзя так сделать? Почему это не база? Чем это не база? Оу, а это я видел? Звери не лгут. У меня вроде такой был, да? Или я его выкинул? Не помню что. Жду приказа освободи мою силу. Бэйн, сын мой. А я, старый глупец, уже отчаялся когда-нибудь снова увидеть тебя. Рексар, ты не просто вернул мне сына. Ты вернул мне жизнь. Я твой вечный должник. Ты говорил, что твой вождь просит тауренов помочь Орде. Что ж, в свое время Трал выручил нас, и мое племя не забыло об этом.
Я пойду с тобой, а мои воины прибудут на поле битвы позже. Точно, у нас же теперь Кэрн есть. Как герой. Точняк. И мать земля. Несомненно. Отлично, еще один герой, которому можно предметы сплавлять. Так, что тебе дать? Да это что ли? Земля дает мною старый гость. Блин, офигеть. Не дай себя расслабься. 10 уровень, и еще вот это все не изучено. Я готов к охоте. Это у них очень неравномерно уровни распределены. Надвигайся. Звери не лгут. Это что, это камень где-то активировался? Да, именно. Так, а ты, ну, кстати, какой? Знаю, ты тоже сила. Земля. Офигеть. Я всегда один. Меня ведет инстинкт. Отлично. Меня ведет инстинкт. Еще один герой, на котором можно сувать предметы, которые будут помогать нам урон наносить. Наши пути пересеклись. Так что давайте сейчас вот их будем валить. Я взял. Остальные эти пройдем данжи. Так, ага, вот тут сюда вот путь идет. Ну ладно, это потом. Вначале сюда давайте. Это ведь арена будет, да, у нас? Кажется, да.